тут детская площадка, можно экран шумовой поставить. Все, вот, посмотрите, сколько мест. Жители домов 21 и 23 по улице Космодемьянская показывают депутатам Мособлдумы от нашего округа Владимиру Шапкину и Николаю Черкасову то, что осталось от хоккейной коробки. Два года родители малышей, местные автолюбители и пенсионеры не могли договориться, как лучшим образом благоустроить свой двор. А площадь его почти с футбольное поле. Для тех, кто, у кого есть дети, кому привозят детей, да, тут очень много бабушек, которым привозят детей. Для них, конечно, актуально большие игровые площадки, спортивные, чтобы дети могли играть. Другим людям, конечно, тишина, покой. Одни мечтали о парковках, другие – о детской площадке и спортивных тренажерах под тенью деревьев. Этим летом во дворе зашумели строительная техника и рабочие. Мы стоим на чем? На детской площадке. Детская. Она что предполагает еще здесь? Там установку игрового оборудования? Конечно, игровой комплекс. Игровая площадка будет. Соседняя площадка. Соседняя спортивная площадка с тренажерами и типа вот для воркаута. Да? Силовые упражнения. С одной стороны, претензий вроде бы нет к тому, что происходит. А с другой стороны, ну, я так понимаю, что в эту схему благоустройства не вошли, скажем, те же спортивные площадки. Давайте попробуем сделать сбор подписей вот со всех домов с общежития и предложить. Кроме игровых форм, воркаута, парковки, в рамках комплексного благоустройства во дворе на Космодемьянской подрядчик обязуется восстановить 800 квадратных метров газонов, 100 квадратных метров кустарников. Будут и деревья, на посадку которых жители пригласят этой осенью. Народная тропа между домами 21 и 23 вымощена тротуарной плиткой, как и подходы к площадкам. Двор действительно большой, и его преображение – процесс поэтапный. В 2019 году, это было достаточно давно, утверждали схему. Люди уже о многих вопросах забыли. Сегодня вот как раз вспоминали. И пришли в конечном итоге к конкретным результатам. Сделать вот эту площадку так, как она есть, а внести изменения в дальнейшее благоустройство. По просьбе жителей будет рассмотрен вопрос о строительстве тротуара за домом 21 по Космодемьянской. Пока остается открытым статус двух новых площадок, на которых еще не установлено оборудование. Коснулись и внутридворового проезда. Его тоже нужно ремонтировать. Решение этих вопросов инициативной группы жителей будет отслеживать, как и дальнейший ход благоустройства. В этом году детские игровые площадки будут построены по 26 адресам. Как утверждают в администрации, это самое большое количество за последние 10 лет. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.